В разных концах Екатеринбурга две пары недорослей попали под прицелы всевидящего ока, когда тырили или же пытались украсть аккумуляторы с легковушек. Притом неудачная попытка вызвала больше всего пересуда в соцсетях, вследствие того, что невезучий вор, которого спугнул прохожий, дал такого стрякача, что ему, по мнению комментаторов, пора участвовать в эстафетах побегушников. Прошлой ночью на старой сортировке на Ангарской двое юнцов по виду не старше 20 присмотрели легковушку на парковке. Один из пацанов остался на стреме, а второй сначала на коленках ползал по снегу перед капотом, потом вообще лег на спину и сунул голову под машину. Открыл замок, залез в моторный отсек, но неожиданно, вероятно, после окрика случайного прохожего, подкапотник вскочил на ноги, как ошпаренный, и помчался по двору быстрее лани. Его подельник тоже смотался, но не столь шустро. Автоборы с юго-запада, наоборот, вальяжно, не спеша подошли к темной легковушке, припаркованной недалеко от подъезда очень длинной Г-образной пятиэтажки на Бардина 48. Один из них, умело видно, рука набита на этом криминальном ремесле, вскрыл капот, автомобиль при этом даже сигналкой не запищал. Деловито отсоединил клеммы, вытащил аккумулятор и неторопливо унес его со двора. Со стороны могло показаться, что владелец легковушки забрал его домой для подзарядки. Но жильцы утверждают, что пацаны в ту ночь обесточили в их дворе несколько машин.